Всем привет, с вами Игорь Кракс, и сегодня у нас вторая часть видео об новой акции от PokerStars, собственно, Collectibles. Кто хочет подробнее об этой акции, смотрите первую часть, ссылка будет в описании. А мы сразу начинаем крутить барабан. Так, если коротко, то нам нужно собрать линии с карточек. Сейчас прокрутим немножко. Так, вот эта женщина нам в прошлый раз больше всего попадалась. А нам нужно, чем больше разных карточек, тем лучше. И, конечно же, нужно нам вот опять она. Нужно нам рарные карточки. Редкие. Так, посмотрю только, идет ли запись. Так, ну, вот. Собираем такие линии. Тут до 1000 долларов. Эта линия тоже до 1000. Это до 1000. И каждая из этих карточек до 3000 долларов. То есть тут 4 шанса. Редкие карты. Поэтому крутим и будем параллельно смотреть, что у нас получается, не получается. Погнали дальше. Вот рарную карту проехала. Так, ну надеюсь, рарка будет. В прошлый раз у нас я выиграл 5,5 доллара, но залил на спины 21 доллар. Это было печально. В этот раз я, в принципе, тоже залил, но это ближе к концу видео расскажу, как всегда. Да. Блин, вот не докрутило. Были у меня проблемы, планировал быстрее выпустить это видео еще во вторник или в среду, но были проблемы со входом на PokerStars, не знаю почему. Поэтому вот сегодня. Ну ничего, можно на удачу. Так, крутить нам немало, потому что я собрал все билеты и планирую их за раз как раз все прокрутить. Абсолютно. Так. Бабушка тоже часто выпадает. Толку с нее мало. Ну, как карта, хорошо, что поймали линию, думаю. Ну, думаю, нереально не закрыть все линии за 63 спина. Ну, кроме рарок, конечно. То есть 9 карточек, ну, по-любому получишь. Поэтому тут я даже не сомневаюсь. Ни секунды. Так. Этого еще не было. Хичрайдера. Это хорошо. А, тут, я так понимаю, показывают последнюю карточку или так всегда? Что-то я не замечал. Посмотрим сейчас, меняется ли тут. Нет, не меняется. Понял. Не страшно, я так, в принципе, запоминаю, что там выпадает. Блин, какая-то тенденция два раза подряд на ту самую карточку. Не радует, давайте разные рарки, давайте. Это у меня уже есть. До этого я крутил только один раз. Ну, на этой неделе. И как раз эта карточка, что сейчас выпадала, как раз мне и выпала. Это, конечно же, не принципиально. Так, этот тоже у меня уже есть. Так, ну, уже выиграли мы. Сейчас посмотрим. Докрутим уже до 30, я думаю. Так. Докрутим до экватора и посмотрим, что у нас там. В принципе, до 30 можно уже все простые линии закрыть. Это не проблема. Так, что это такое? Уйди.
Блин, а вот обезьяна в прошлый раз тоже все время не докручивала до нее. Да, окей, а это когда слишком быстро жмешь. Серьезно, не докрутила 5. Дальше. Этого красавчика еще не было, кстати. Не уверен, но возможно это рарка. Потом посмотрю. Ну, надеюсь, что да, если честно. Потому что он вот редко выпадает, этот чувак. Возможно, он рарка. Ну, есть вариант, что он команка последняя, который... А, ну, теперь да. По-моему, это команка. Это чувак в красных очках. Два раза подряд. Да, рарка, очень сомневаюсь. Точно знаю, что обезьяна рарка. Потому что ее все время не докручивают. А вот другие даже так и не знаю. Да, куда ты проехала-то, а? Куда ты проехала? Так, у меня сегодня супер плохой день. Взломали в интернете меня. Немножко денег потерял, поэтому вот надеюсь, сейчас PokerStars отдаст мне. Или надеяться. А, возможно, запишу видео про то, как, что делать, если вас взламывают. Какие действия делать. А пока крутим акцию. Куда? Ну и не... Вот эта рарка была сверху. Ну, конечно же, не дало. Интересно, есть ли локирок, которому выпали все 4 рарки? Если есть, пишите в комментарии. Ну, я сомневаюсь, что такие есть герои. Так что скрин и пробим. А то не поверю. Куда ты едешь? Куда ты едешь? Блин, ну вы видели, да? Не хочет. Не хочет мне давать. Ни черта мне не хочет давать. Обезьяна, обезьяна, зяна, зяна. Так, еще раз посмотрим, что мы там выиграли. По-моему, все три линии закрылись благополучно. Но он, возможно, это в середине выпало 1000. Я надеюсь. Но очень сомневаюсь. Давай рарку, рарку давай. Этот с сигарой тоже рарка, ну. Но... Там даже намека нет, что она выпадет. И что мы имеем? У нас есть 50 центов, доллар и доллар. Нам нужно это. Инопланетянин, мужик с усами, обезьяна и какой-то детектив в шляпе. Ну, 2,50 это... Ну, это даже не как в прошлый раз 5,50. Поэтому... Ой, не то нажал. Поэтому, ну... Да, дайте рарку, пожалуйста, из вариантов. А, по-моему, в прошлый раз мне как раз рарка 3 доллара дала, поэтому как раз на рарке можно отыграться неплохо. Потому что вот эти команки там без шанса. Не пошло. Не пошло. Дальше. Ну, а куда ты едешь? Она все рарки проехала, блин.
Все рарки проехала. Ну куда ты едешь? Остановись, дай доллары. Что, сложно? По-моему, да, ему сложно. Так, не сегодня. Ребята, пока пишите в комментарии, у кого какой самый большой занос на PokerStars. Интересно будет послушать, в турнире или в кэше, возможно, там за сессию заработали. Делитесь в комментариях. Также не забывайте подписаться на канал, поставить лайки под видео. После подписки ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и трансляциях, если таковы будут. Поэтому всех прошу, подписывайтесь и ставьте лайки. Да. Плохо идет, плохо идет. Тем временем у нас уже только 20 спинов осталось. Немного. Ну, в принципе, как немного. Одна третья того, что было, грубо говоря. Ну, сюда, сюда дай. Едет, едет, все рарки проезжают. Две проехала, до третьей не доехала. Да, кстати, сколько карточек, кто посчитает? Да, чертова дюжина, конечно же. 9 плюс 4, 13. Ну, 4 из них, конечно же, не выпадают. Все, я в тильте. Сейчас залею. Залью все деньги, весь бенкролл. Давай, давай, собака. Да, дальше. Собачка что редко выпадает. В прошлый раз больше раз выпадала. Тренд пнукно э. Хороший никнейм у тебя, братишка. Язык сломаешь. Дальше. Давай, ну блин, 10 спинов. Дай рарку, хотя бы одну. Хотя бы одну рарку дай. А? Пожалуйста. Беда, печалька, беда, печалька. Так, нужно какую-то фигуру нарисовать, да, там? О, доллар, доллар нарисую. Все, погнали. Если выпадет, буду рисовать, блин. Хоть руками тут махать буду. Давай, давай, давай. Блин. Не докрутило. Так, у нас... Всем круто, поэтому скажу, вы знаете правила, там 60 турнира, получается 60 билетов по доллару. В итоге я сыграл 60, проиграл 16 долларов.
Поэтому сейчас только минус 16, плюс 2,50. Конечно, рарка нужна хотя бы, чтобы... Ну, конечно, не в ноль, но хотя бы, чтобы такого большого минуса не было. Поэтому давайте... Дайте мне рарку, пожалуйста. Пожалуйста. Давайте дальше. Так, 6 прокруток. Так, тут у нас шансы. По 5 сотых на каждую рарку, конечно. Очень, блин, много. Честное слово. 5 сотых, блин. Это еще надо, блин, фартовым быть. Нет. Давайте еще два раза. И пойдем плакать. Пойдем плакать. Кричать, биться об стену. Все, давайте последний раз. Дай мне рарку. Давай, поехали. Ну что вам, ребят, сказать? Сегодня шло плохо, хуже, чем первый раз, но, в принципе, думаю, все равно было весело крутить этот барабанчик. Итоги у нас минус 16, плюс 2,50, это 14,50, если я умею считать еще. Если нет, пишите в комментариях, что там у меня вышло. Как всегда, все плохо. Поэтому, да, ставьте лайки. Кому понравилось, как PokerStars плохо мне дает денег. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Всем спасибо за просмотр. Пока, ребят.